Привет всем! Сегодня у нас в Вене праздник, День независимости Австрии, 27 октября. И я нахожусь на центральной площади Вены, называется Ратушная площадь. Позади меня очень красивая ратуша. И здесь расположены все самая лучшая техника, автомобили. Это скорая помощь, это пожарка, это также военные автомобили, полиция. И сейчас я вам немножко все это покажу. Вот здесь как раз расположена пожарные автомобили, новенькие, хорошие автомобили. Вот. Везде можно посидеть. Для детишек полазить. Везде это возможно. Генераторы разные. Так, здесь можно каждый автомобиль осмотреть. Пожарная форма. Вот так выглядит. И пожарные части представляют свои автомобили. Разные автомобили для разных случаев, конечно же. Здесь можно подняться наверх. Катают детей, все, кто желает. И это все происходит возле ратуши. Венская ратуша. Одна из самых красивых в Европе ратуш. Конец 19 века. Неоготика стиль. Такая вот красивая ратуша. С левой стороны скорая помощь. Разные автомобили также. Везде можно зайти, посмотреть. Вот это тоже скорая помощь. Целая такая амбуланция на колесах. И здесь также есть полиция. Полицейские автомобили. У полиции большинство все это Volkswagen идут. Есть BMW, Mercedes, но большинство Volkswagen. Также мотоциклы Хирон BMW. Полицейские. Ну и также. Вот этот автомобиль мне больше всего нравится для разгона демонстрантов. Вот. Такой огромный автомобиль. Номера БП означает Bundespolizei, государственная полиция. Ну и стоят разные киоски, шатры, и от полиции, вот, можно посмотреть разные приспособления.
Опять автомобиль от полиции, какой-то специальный автомобиль, ну как какое-то, наверное, бюро, да, как бюро. Приспособления разные. Ну вот здесь еще есть такой как БТРчик полицейский. Везде все открыто, везде можно залезть, посмотреть. Так, посмотрим, что здесь внутри. Ага. Две такие водяные пушки для воды. А здесь внутрь нельзя, к сожалению. Но места достаточно, конечно. Вот пульт управления расположен. И красивая ратуша. Здесь еще расположен какой-то военный автомобиль, мощный, какая-то, для какой-то химатаки или против химатаки. Вертолетик, тоже можно в нем посидеть. Вот небольшая такая очередь выстроилась. Битлы играют, классно. Софи, процент, Софи, Софи, процент. Драматический театр. И ратуша.